Здравствуйте, друзья! В эфире веселые и счастливые обезьянки, никак иначе. Полюбуйтесь на эту картину. Жизнь удалась, в общем, все нормально. Маруська бегает туда-сюда. То к нам, то от нас, вот, то вниз. А Гоша, вот полюбуйтесь, в улыбке растворился с папой. И все хорошо. Друзья, вечерний вам вот такое вот приветище передаем. Маруся туда-сюда бегает. Ну вот она пришла, полюбуйтесь. Опа. Гошка вообще чудо. Пусть день почухивает, лежит. Ой, такие они смешные, не могу. Развалился такой деловой колбасенок. Вечером любители телевизор посмотреть. Но Маруська все равно бегает туда-сюда. А, про тебя нельзя говорить, да? Ладно, не буду. Когда начинаешь что-то про нее разговаривать или рассказывать, она сразу вот она начинает понимать все слова. Сейчас телевизор посмотрим, да пойдем отдыхать все. Папа тоже еще не отдыхал со смены, пришел. Домашними делами занимался, то-то-то-сё. Такая приятная усталость, друзья. Я не сказать, чтоб устал, но так, подвымотался. Ну, Гошан это вообще такой чисто хам-барон. А, все, свою любимую позу. Че там, Марусь, на руке что-то непорядок, да? Ой, я прям не знаю, то за руку схватится, то за ногу. Ну, что такое? Ну, на. Вот она рука. А, ну. Что там? Голод может заставить их нападать на скот, при этом они рискуют быть застреленными. Такая девчонка. Эти волосы, где что-то не так, все поотдирает, поотрывает. Эти болячечки на лице. Косметолог. Папа. Ой, не трожь меня, папа. Друзья, в своих комментариях вы просите передать привет. Ну, людям, друзьям, внукам, близким, товарищам. Для меня это нетрудно сделать. Поэтому я с удовольствием это делаю. Значит, Артему Касину привет от друга Стилаха. Артем Касин, друг за тебя просит. Это дорогого стоит. Тебе необходимо пожать ему руку, пожелать всего хорошего. И я желаю, чтобы ваша дружба была только крепче. И крепче. Значит,
И Галина Калидиченко передает привет внуку Владимиру, 7 лет. Владимира отчество Ильич, Владимир Ильич, как известного деятеля Владимира Ильича Ленина. Поэтому Вовочка, будь прекрасным, хорошим мальчиком, живи с девизом «Вперед, товарищи!» Вот. Бабушка у тебя, по всей видимости, очень прекрасный, общительный человек. Передавай бабушке привет от нас, обними ее. В общем, ты настоящий мужик. Всего тебе хорошего, Вов. Друзья, это привет я передал в конце своего видео. Давайте сделаем так, что это станет доброй традицией. И назовем эту рубрику «Приветы». Просто в конце видео. В общем, всех вам благ. Доброго вечера. Пока-пока.